товарищ старший лейтенант, к нам не заходите? Ну ты заходи, а то Люська по тебе соскучилась. Какая Люська? Коза. Притащил же откуда-то. Ох, искушаете, санинструктор Ольга. Так и тянет под вашу защиту. Шли бы вы своей дорогой, старший лейтенант Чус. Обратите внимание, вот прекрасная машина для вашей жизни. Хорошая машина, правда? Шикарная. Как раз такая же, как и вы. Спасибочки. Ой, только вот ремень безопасности, похоже, не для меня. Размерчик не мой. Его можно отрегулировать. Правда? Да. А вы мне не поможете, а то у меня всегда с этим проблемы. С удовольствием. Давайте я помогу. Нет, спасибо, я вас не просил. Мне не трудно, это же моя работа. Отвали, а! Алло? Да, солнышко. А я в салоне тут машину тебе выбираю. Так может вы все-таки ну? Мне? Минут через 15. Да, поможете? Давай, целую. Давайте я помогу. Нино, откуда ты взялся, а? Такая рыба клевала. Ясь! Я подпишу и без твоего участия. Девочка моя, ты не соображаешь, что ты делаешь. Иди. Вы же сами не учили. Ничего личного. Чистый бизнес.